Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Опять харчи урезал. Но припасов мало, нечего половать. Скользкий какой-то малый. Тихо, вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Тут ты меня уел. Все с тобой ясно.
малый, скользкий какой-то малый, и шляпа не снимает. Глаза видишь? Тихо! Вон он идет! Сделай вид, что работаешь! У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кеннелли. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Да и да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Джеймс. Ага. Хейтем Кеннелли, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Припасов мало, нечего баловать. У самого-то ига нянь. Пока у нас галеты да солонина. Забавно. Забавно.
Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо, нашканцы! Готовьте... Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в Обере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль. Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Thank you.
бок мачту! Джеймс, на трос мачту, живо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно! Поднимитесь на Марс и убедитесь!